Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по пулевой стрельбе. Именно здесь рождаются новые таланты, оттачивается спортивное мастерство, формируется характер будущих чемпионов. А сложное, как известно, начинается с простого. В данный момент мы присутствуем на тренировке из малокалиберного оружия на дистанцию 50 метров. Ребята сейчас выполняли мое задание, они лежали 15 минут в положении лежа и старались совершенно не двигаться. Им это удалось, и они молодцы. Воспитанники армейской школы не только осваивают основы пулевой стрельбы, но и изучают устройство спортивного оружия. Винтовка СМ-2 переводится спортивная малокалиберная. Так, устройство. Так, это приклад, затыльник. Тут может быть еще вот прокладка, затвор, ствол, цевье, да. Диоптрический прицел. Это диоптрия, это просто отверстие. Да. Намушник, а внутри мушка. Уже сейчас эти ребята хотят быть похожими на своих кумиров, олимпийских чемпионов Михаила Неструева, Юрия Федькина, Артема Хаджибекова. А это уже музей спортивной славы ЦСКА. Сегодня здесь торжественный день. Юные стрелки собрались здесь, чтобы принести клятву верности армейскому клубу. Уважать и соблюдать славные традиции армейского спорта. Быть трудолюбивым, дисциплинированным и целеустремленным на тренировках. Быть достойным высокого звания спортсмена ЦСКА. Клянемся. Эта торжественная церемония уже стала доброй традицией. В разные дни в ней участвуют воспитанники всех детско-юношеских школ ЦСКА. Так укрепляется связь между спортивными поколениями. Что ж, пожелаем юным стрелкам ярких побед на будущих олимпиадах.